пообщаемся с победителем Лиги Д и также президентом команды Кама Бал Сергеем Ливным. Сергей, здравствуйте, поздравляю вас с победой не только в сегодняшнем матче, но и в Лиге. Что вы сейчас чувствуете, какие эмоции вас переполняют? Ну, мы уже на бизнес-лиге лет 5-6, и это первое мое первое место. Вот очень хотел, сейчас не выразить это все, но думаю, мы вечером все, я вечером все смогу. Приезжайте вечером где-нибудь, где мы будем праздновать, я вам там дам нормальное интервью. Ранее в интервью вы говорили, что вот я знаю, что вы являетесь президентом команды Манзана, и вы заявляли, что вы хотите попить из Кубка Лиги А. Кубок есть, возможно, не та лига, но сегодня будете с командой распивать из кубка, делать совместную такую процедуру? Не имеет никакого значения Лига А, Д. Я стремился к этой победе, сам играл, сам даже забил 2 мяча, ребята играли, никакого значения, первое место. Сюда ставим максимальные цели, ну вот, первое место, безумно счастлив. Вы победители сегодня будете отмечать. Что дальше? Продолжите ли тренироваться, чтобы не терять форму к новому сезону? Не, мне футбол надоел. Я уже завязываю, наверное, с футболом. Это уже последнее. Я пошутил. Конечно, будем играть дальше, будем еще добиваться. Ну, у нас же еще игра с Манзаной за 3-е место. Будем болеть за 3-е место. Будем стараться взять 3-е место. К сожалению, не вышло в финал попасть. Ничего страшного. Будем за 3-е место бороться. Ребята старались. Ну, а мои вот в Лиге Д... Мне нет слов. Выиграли 1-е место, подарили мне 1-е место, то, что я уже ждал, 5-6, дождался. Вы их как-то мотивировали или, возможно, даже был какой-то своего рода шантаж, чтобы игроки стремились показать наилучший результат? Какие-то секретные технологии применяли вы? Да, говорили. Ну, говорили, если вдруг проиграем, говорю, будет 2-е место, ну, полкоманды в лес вывезем. То есть сегодня игроки будут не только победу отмечать, но и то, что они все-таки останутся в Киеве. Второй день рождения. Да, не надеюсь, как шутка. Я не могу сейчас адекватно говорить. Я хочу пойти к команде, хочу праздновать. У меня 1-е место, я его так ждал. Все, кто меня знает на бизнес-лиге, все знают, как я стремлюсь к этому 1-му месту. Лига Д, ничего страшного. В следующем году выиграем, а в следующем году что-то еще выиграем. Так будем выигрывать. Вам большое спасибо. Я, не знаю, очень-очень доволен тем, что я все-таки забрал это 1-е место. И спасибо большое всем соперникам нашим, с которыми мы играли. Все достойные соперники, всех уважаем, всех любим. Спасибо большое. Я думаю, мне уже пора идти к команде. Правда. Да, Сергей, я не имею права больше вас задерживать. Спасибо, еще раз с победой и хорошо вам отметить вечером. Спасибо, пока. Вот так закончился турнир Лиги Д, а мы еще раз поздравляем победителей, команду Камобайл.